Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандитки, бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый отстой дни выживания при максимальной сложности без смертей. У нас 79-й день выживания. Нам осталось прожить 21 день. Друзья, что я вам скажу? Нам осталось буквально чуть-чуть прожить, и нужно прожить достойно. Мы должны сейчас маленько вздремнуть до утра, буквально до 8 утра, и... Будем заканчивать наш мини-лагерь, и я пойду в джунгли выживать. Выживать будем, убивать. Кого найдем, конечно же, так проснись. Проснись и пой, прекрасное утро наступает. Что у нас сразу же? Нам хочется пить, есть и, конечно, спать. Так, веревка. Нам нужна веревка. И мыло, конечно. Мы идем вниз, а нам нужно сделать, наконец-то, закончив фильтр для воды. Чтобы, знаешь, фляжку набрать вдоволь, напиться вдоволь, и офигенно все было. Туземцев нет, туземцы не пришли. Мясо у нас тут уготовится. Так, сушеное мясо. 5 дней можно выживать здесь и не знать горя. Так, мясо готово. Так, плодики, плодики. А углеводы 16, осталось все это съесть. Все. Костер прогорел. Забираем уголечки. Сейчас мы уголечки будем использовать. Окей, готово. 10 дней осталось. Так, 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 так. Ой, камень. Камень большой, что ли, или маленький? Погоди, а какой камень-то? Большой или маленький? Камни нужны еще. Еще нужны камни. Издеваешься, что ли, надо мной? Сколько костей-то? Перьев. О, туземное копье, кстати. У меня есть железное копье. Но нет, я хочу туземное. Оно намного круче. У нее 100%. Вот так. Так, коп. О, еще туземное копье. Так, перья, перья. Срач полнейший. Так, мне нужны камни. Сколько камней? И какие? Большие, маленькие? Камень, наверное, маленький все-таки. А потом большие 3 штуки еще. А где я их тут достану, кстати? На этой стороне большие камни, мне кажется, навряд ли будут. Ну, ничего, будем искать, будем искать. Камни, камни, я не знаю, где камни искать. Так, доску выкинуть, зову тоже, мы выкинем отсюда. Так, этот забираем. О, погоди, стрела, стрела, лишно. Так, с утра пораньше, у нас пиявки появились. С утра пораньше мы пойдем на рыбалку. Сейчас пиявку уберем. Попробуем поймать пираньи. Да-да, поймать нужно пираньи. Так, я взял броненосец, да? Ага, мы на той стороне сейчас делаем броник. И как раз нужно поймать рыбку. Ну, слушай, на камней найти тут, я не знаю. Вот на этой стороне еще есть камни. Да, тут камни появляются, я помню. А на той стороне, там бамбуковые заросли, там камней навряд ли. Тут вообще с камнями проблема. Как мне припомнится. Ладно, к черту.
Так, попьем воды, которую тут, наверное, накапало, неизвестно. 18, причем так мало? Очень долго все делается. Так, у нас есть кокос. Кокос. А, нет, там нельзя уже. Все уже делал, выпьем. Так, я хочу порыбачить. Где пираньи? Пираньи есть? Так, на крючочек мы насаживаем. А, гусеницу. Одну штуку. Слушай, я не вижу. А, вон пираньи, смотри. Лови пирашку. Сейчас поймаем кого-нибудь. Так, погоди. Давай встанем на камушек. Вон, смотри, сколько их там. Все, бросай. Сейчас поймаем пираньи. О, чудесно. Давай-ка пираньи ловись. Маленькая и большая подсекаем. Мы не поймали. Так, гусеница еще у меня. Смотри, сколько их там. Они меня там сожрут. Если мне туда прыгнуть, они меня сожрут. Ну, давай же. Давай. Оп, попал, подсек. И да, у нас есть пиранья. Здорово, забрали к себе. Так, ну что, у нас есть рыбка. Здорово же, да? А, ух, какая тушка. Тушка пиранья. Бросим ее сюда. Наш трофей. Здорово, да? Так, пирушка. А, давай, ой, у нас... У нас нет личинки. Так, вернее, обратно. А, у нас есть, нет, мелкие. У нас есть гусеница, еще одна штучка. Сейчас поймем еще одну пиранью. Слушай, а можно поймать без наживки? О, пирушка. Оп. Так, смотри, видишь, идет. Оп, скапала. Да, попалась, которая кусалась. Так, иди-ка сюда. Так, что у нас по еде? Я хочу пить. Я не могу напиться. Мне нужны шишки. Я хочу все. А мне нужно все теперь. А сушеное. Скушаем. Протеина. 42. О, вот эта тема. О, тема реально. Так, нужны шишки. Это я съем. Все, наелся. Вдоволь. Нет, еще хочу шишки. Мне нужно жирное мясо. Кстати, мясо испортится. Ой, 1 час остался. 1 час мясу остался. Нужно срочно выкидать на сушильню, по идее, которая там есть мясо. Там не хватает места, нужно было сделать, наверное, еще одну. Так, бежим скорей. Где мое копье? У меня было место, кстати. Было же местечко. Во. Быстренько бросаем. Так, 34 минуты осталось. Успел забросить, но у меня еще 2 куска мяса, и я его не успею его пожарить, и мясо у меня пропало. 2 куска мяса. Но, кстати, не беда. У нас будут личинки из этого мяса. Видишь, 2 куска мяса, а пекаришки. Но не беда. Так, тут у нас. О, у нас есть еще 3 куска мяса. 3 жирных куска мяса у нас просто пропало. Ну, нифига, обалдеть. 40 минут, что я успею сделать? Да ничего. Еще одну сушильню я не успею построить. 40 секунд. Так, у нас здесь сколько? Так, 1 кусок мяса с собой возьму. Мясо и готовится, сверху тоже готовится. Ну ладно, не беда. Поймали мы 2 пирушки. Это реально прикольно. Можно поймать и окуни, можно и пираньи поймать тоже. А вот я пошел, знаешь, в джунгли Амазонии. Да, я пошел поискать приключения. Пойдем, кого-нибудь найдем. О, поднять, погоди. Не поднять. Разбить его. Хочу пить. Выпить. 15, но это не серьезно. Добыть из него все, что есть. Так, мякоть просто добудем. Мясо уже испортилось. И просто мы его добыть. Личинки или гусеницы будут? Личинки 2 штучки. Обалденно. Так, 11 минут. Так, кокосик. Это дело нужно выкинуть. Так, сухой лист. Я его заберу с собой. Так, забрали. Так, сделаем броник и идем в джунгли. Срочно нужно искать приключения. Так, мне нужно... Лист изготовить. Потом веревки. Веревка. Все, броник делаем. И его на ногу. Так, давай-ка, знаешь, как сделаем? Бросим на землю его. Это уберем. А где броник мой? А, он чуть дальше был.
Так, и все, идем сейчас в джунгли. Все, броники сделали. Что у нас по проценту по бронику стоит? Глянуть нужно. Вот так нужно. 44%. Здесь у нас 32%. Тут у нас 22. Кстати, вот здесь намного меньше. 67. Ну, здорово. Ну что, друзья, пойдем в джунгли искать приключения на нашу задницу. Любимую, обожаемую. Так, у нас есть листья. Нужно изготовить перевязки. Они пригодятся. Правда, у нас их много, но я еще сделаю. Так, стрел у нас, в принципе, достаточно, мне кажется. Возможно, найдем племя абориген. Слушай, а пойдем в то место, где было племя абориген. Возможно, они респанулись. Но это не точная информация. Так, что у нас? По еде я взял буквально один кусок мяса. Так, тут у нас добыть, чтобы это, знаешь, килограммы сбросить. Взял всего же один кусок мяса, 4 дня. Нормально. Мне нужно найти грибочки, бананы, шишки, и все офигенно будет. Ну и кокосы, чтобы напиться воды. Вот с водой есть реально проблема. Прям, знаешь, серьезная проблема. О, туземец! Смотри, туземец! Я рад, я реально рад! Туземец, смотри-ка. Ой, обалденно, я соскучился по ним. Кто это, лучник или кто? Ты куда ушел, туземец? Он ушел налево. Вон! Не потерять его! Убьем сейчас моего, ребята! Какой живодер, да? Банан, смотри, бананы. Погоди, там был туземец. Один остался, понимаешь? Блин, я потерял его. Куда он делся, засранец голожопый? Куда он реально делся? Сейчас выбегут, наверное, 5 туземцев у меня. Это была заманка. Замануха была. Вот засранец-то какой. Куда он делся? Черепашка, куда ушел туземец? Он, словно, знаешь, шел на охоту. Что-то реально меня где-то выслеживает. Не я его. Надо было бежать за ним. О, шишки упали. Копье. Держим копье. Ну, мне кажется, это был копейщик. Так, камень. Черту камнем, потому что нам не до камней сейчас. Увидел туземца, черт возьми, его потерял. Ну, я хотел реально его добежать, его найти, его посражаться с ним. Так, дерево. Где находится бразильский орешек? Сейчас мы посмотрим. Бразильский орешек есть. Кстати, я его не попробовал. Я его вроде бы разделал, но я его не увидел у себя. Или просто я невнимательный. Так, тут нет у нас орешка. Так, мы пошли то самое племя посмотреть, где раньше было. А лагерь. Ой, там была змеюка. В таких моментах я пытаюсь, знаешь, убежать. Но не нужно двигаться, нужно... аккуратно. Так, здесь реально красиво. Можно спуститься и глянуть. Ну смотри, туземцы есть, оказывается. Видишь? Один туземец прошел, не просто, знаешь, песни пел где-то под костром. Он реально гулял, он пытался, охотился на кого-то. Как и я. Кого-то пытаюсь найти, что-то найти. Красивое место, спору нет. Тут у нас... О, слушай, там пещера есть. Ну-ка, пойдем-ка в пещерку зайдем. Да ну, гремит наконец, смотри, нашел туземец, походу дождь, вау, а у меня даже собрать некуда воды, обалдеть, слушай, а это вода хорошая, нет, вода, а не безопасная, дождь пошел, ура, товарищи, так, тут у нас есть скорпион, у меня пьявка сосет, слушай, можно помыться сейчас, пока идет дождик, можно помыться, да? Ну, я захожу в пещеру. Мне кажется, я там не помоюсь. Так, сколько у нас по времени? 2 часа. Так, пока еды никакой я не нашел. Но я нашел грибы. Ой, не грибы, я нашел. О, шишку нашел. Так, еще одну шишку и банан съем. А нет, погоди, банан много. Кокос. И еще одну шишку. Все, наелся, напился. Пойдем сюда, зайдем. Хотя, смотри, я жрал грязными руками. На свой риск и страх. Скорпионы. Смотрим аккуратно на скорпиона.
Здесь какой-то узкий проход. Я здесь не был ни разу. О, железная руда. Нужна кирка. Слушай, такой проходик. О, еще. Нет, здесь у нас нет. Здесь пусто. Так, здесь... О, сколько здесь руды. Посмотри. О, камень. Но это уже не действующий. Это просто прорезь. Там только в одном месте я видел. Да, вот. Нет, нужна именно кирка только. Так, ну пещера прикольная. А, есть железная руда. Большой камень. А он мне не нужен. Так, ну что, выходим отсюда. Идем в племя абориген, которое, по идее, уже уничтожен. Дождь прошел, я вышел. А это земец, зараза, ты какой, а? Ну ладно, не беда. Он был один всего лишь. Возможно, найдем целое племя. Так, находится где-то вот в этой стороне. Сейчас мы найдем. Где-то прям возле скалы. Так, погели, попили. Я пить хочу. Пить нету. Вообще воды нет. Есть туземцы, которые, знаешь, сразу идут в атаку. Они, знаешь, самые опасные. А есть туземцы, которые начинают... панику. Прям как я. В панику. И начинают кричать, петь песни и звать своих товарищей. Так. Какой-то проход. Слушай, я, кажется, вернулся обратно. Там, где я убил туземца. Я просто не помню. По этой дороге? Я помню по другой дороге. Ой, мясо. Ой, мясо сколько. Смотри, сколько мяса. Эх, промахнулся в тебя. Но не беда. Забери коплем. Так, туземца мы видели тут. Пойдем в ту сторону. Ой, сколько деревьев тут нахватал. Так, пока у нас есть солнце, но в 6 часов она заходит. Буквально осталось 3 часика. И солнце зайдет. Нужно будет возвращаться. Потому что ночью бегать 6 до часу ночи это очень опасно. Так, нам осталось прожить 21 день. Ну здорово. Так, гусениц есть? Гусениц тут нет. Вот здесь племя я найду. Без проблем. Вот уже племя. Бывшее племя туземцев. Сейчас здесь никого. Да, пустота. Кстати, мясо можно повесить нам сюда. Но оно, наверное, испортится. А у меня даже мяса нет. О, зава. Это дело заберем. Ну что, дошли до племени. Но здесь у нас никого нет. Много больших камней, доски есть. Доску заберем. Доска нам пригодится. Так, не хватает мест для завы. Погоди, поменяемся. А где зава? Доску мы оставим. А зава нам пригодится. Туземцы, вы где? Я пришел к вам домой. Вас нету. Так, окейшки, возвращаемся обратно. Мы увидели туземцев. Как видно, они еще есть. В этих джунглях просто, знаешь, нужно найти. Ой, змеюка, смотри, какая змеюка. Мясо. Это мясо, как всегда. Свежее мясо, это хорошо. Заберем змеюку. Побежали мы домой сейчас. Не нужны камни, чтобы сделать офигенный фильтр для воды. Забирай стрелу. Пугаечка заберем. Все заберем, все пригодится. Так, мясо там, наверное, уже у меня приготовилось. Какие чудесные бабочки. Эх, туземцы. Вот когда они не нужны, они есть. А когда они нужны, их нет. Набор, реально бежать к нему быстрее. Но я боялся, что он был не один. А он был под прикрытием. Слушай, а что можно сделать из крабиков? Ну-ка, давай-ка поймаем одного крабика. А глянем, что можно сделать. Ну, мне кажется, я ничего из них не делал. Где он? Куда убежал? Крабик, ты где? Другие крабики. Все разбежались. Меня испугались. Такой страшный, что ли? Или такой грязный я? Куда вы все разбежались?
Нет, реально, а куда все крабики разбежались? Их бывает здесь очень много. Наверное, солнышко заходит, крабики уходят. Так, ну что, я охотник? Я охотник, смотри-ка. На тебе хедшот! Все, хедшот получил. Я хочу крабика поймать еще. Где крабик? Так, забираем мясо. О, еще стрела есть. Забираем стрелу. Забираем мясо и идем мы домой. Смело домой, сходили на охоту, сходили в племя абориген. Но их там нет уже. Все. Так, не хватает мест для костей. Ну, это не беда. О, слушай. Молодая пальма. Сейчас мы ее, наверное, срубим и сразу ее скушаем. Потому что, наверное, места у меня стопудово нам не хватит. Ну, сколько из всего. Хотя нет, места нам хватит. Сейчас довольно опасно будет, если будет туземец. А сражаться мне довольно будет сложно. Потому что я бегать даже не могу. Нахватал всего. И по многому. О, крабик, крабик, смотри, крабик. Стой, стой на месте. Даже прыгать не могу. Нужно срочно возвращаться. Сейчас мы заберем крабика. Оп. Нормально. Ах, места не хватает. Он только прыгает. Так, где нужно место? Где нужно место? Наверное, вот тут нужно место. Так, это кусок мяса сюда. Иди сюда. Ах, ты не влазишь. Хорошо, мы это дело скушаем и крабика заберем. Все, погнали. На ту сторону выкидываем мясо, которое, наверное, уже мясо то приготовил. Опять дождь. Ууу, нормально, суша. У меня там много чашек для воды. Сейчас будет воды очень много. А погоди, в чем проблема? Почему у меня глист появился? У меня грибочки, у меня есть грибочки. Съесть. Ой! Пищевое отравление! Твою гадость! Что я там съел такого? Пум! Что я такого съел? Погоди, погоди. Вот, дай мне... Да это не тот гриб я съел. Все, все. Ну, у меня пищевое отравление уже. Сейчас блевотина будет, но не беда. Ой, ой, как все падает. Черт возьми. Сейчас, по идее, есть не надо. Вот когда блевотина, есть не надо, я это дело уже изучал в этой игре. Ну, в принципе, как и реально жизнь. Если у тебя отравление, ты не должен жрать. Много килограмм сейчас тащу и тяжко идет. А пить, интересно, можно? Потому что я хочу, наверное, пить. Ой, все упало. Все жестко упало. Так, идем на ту сторону, нужно выбросить это мясо. Мяса много. Так, выбросим тут, наверное, кости. Они все равно занимают много места. Попугайчик, пускай валяется этот попугайчик у нас. А, камень, камень какой-то, он не нужен. Так. Что у нас? Есть не будем, потому что будет блевоть. У нас 79-й. 4 минуты я уже и так блевал. Все, могу бегать нормально. Блевотина проходит. Ух, там 3. 3 блевотины еще. Обалдеть. Так, мясо приготовилось. Да-да-да-да-да-да. Нет еще мясо. Сверху практически будет готово. Так, кокосовая миска, а вода чистая. Я хочу воды. Я хочу реально воды сейчас напиться. У нас есть тут еще. Ой, да, дело плохо. Дело фигово. Пить не надо, пить есть не надо. Нужно просто переждать. Либо просто нужно поспать. Кстати, кстати, а давайте сделаем здесь убежище, чтобы можно было здесь спать. Пока мы в блевотине весь, мы сейчас глянем по книжке, сделаем домик с крышей, домик с крышей, кровать из бревен, кровать из листьев, листьев пальмы. Так, навес. Можем просто сделать кровать, кстати. Бревно, бамбуковое бревно, 4 штуки, палки 8, длинных 6, листья пальмы. 8. О, 59. О, ничего себе. Вот это хибара. Не, она слишком большая, мне кажется. Так, давай-ка вот так сделаем проще. Вот такое. А из бамбука кровать. Где-то прям вот тут там. Возле леса. Так, вот так прокрутим его, да? Я хочу, знаешь, так впендерить, чтобы, ну, симпатично смотрелось.
Но где она тут встанет-то, не понимаю, не встает нигде. Давай на берегу, черт с тобой. Ну, только не слишком на берегу. Ну прям на дорогу я и не хочу. Давай, где-то здесь будет. О, здесь можно сделать? Так, в чем проблема? Так, Q отмена. А давай-ка еще разок книжку нам. О. Так, мне кажется, я помню, как это делается. О, нет, не получается. Так, вот здесь можно было постройку сделать, а кровать здесь нельзя поставить. Что за бред? Так, ну окей, давай другую что-то. Давай другое. Навес. А, листья пальмы, длинная палка. Палки, это нужны палки. Нет, я хочу сделать из бамбука. Просто хочу сделать из бамбука. Так, поднялась луна. Ой, я спать хочу, у меня блевотина. Пойдем-ка, друзья, наверх. Да, пойдем-ка наверх. Будем спать, друзья. Туземцев не вижу, и сейчас мне как раз они не нужны, потому что я сражаться вообще не смогу. Но у нас, кажется, был кусок мяса, чтобы поднять себе энергию. Съесть. О, поднять энергию. Ой! Зря я делал. Я и забыл. Осталось буквально чуть-чуть. Ну, подняли энергию, но жизни мои падают просто в ноль. Обалдеть, я сейчас сдохну. Я, понимаешь, жрать не могу, потому что у меня все падает. Сейчас мы быстренько, я не знаю, как быстренько, не быстренько. Нужно буквально чуть-чуть поспать. Она сейчас дойдет уже. А у меня есть что поесть? О, есть, есть, да, мы сейчас покушаем, кстати. Сейчас пройдет эта фигня. И мы сейчас накушаем. Все, можно есть! Ух! Можно есть, можно есть. Батончик тоже кушаем. Батончики. Да, 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 все, спать идем. Все, наелись. Хотя бы, знаешь, маленько что-то подняли. Друзья, уже увидимся в новых роликах. Уже увидимся с вами утром. И спасибо, что смотрели до конца. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.